Итак, ребят, всем привет. Сегодня у нас очередной выход, долгожданный выход. Пацаны, сколько мы не выходили на коп? Не радовали зрителей? Месяц, наверное. Мы месяц, ребят, не выходили на раскопки в связи с тем, что, ну, у парней то работа, то кто-то у нас купается, блин. О, пацаны, жара-то какая вообще, караул просто. Как вы там справляетесь, не знаю. Все, всем привет, обнял, прижал. В общем, мы как-то собрались сегодня на четверых. У нас есть сегодня еще один новый камрад, Дмитрий. Но он тоже, как и Рустик, не фигурирует на лицо. Свое, ну, у каждого свое понятие. И приехали мы вот на такое вот место, ребята. Трава по самые яйки. Какие яйки по шее вообще? По шее, да. Ну, у кого яйки где? Около шеи. По гланды. Рустик как раз там полянку организовывает. Вот сейчас как раз нашей. Вот так вот. В общем, ребята, уже темно. Но сейчас мы сразу определимся шурфом. Я щупал, вон там он уже прощупал. И мы припарковались именно на этом месте. Щуп сразу мне показал, что стоит его здесь зашурфить. И посмотрим, в течение ночи будем всю ночь копать. И что-то интересненькое, надеюсь, у нас получится. Вот. Но, к сожалению, ночью ничего у нас не вышло интересного. Но зато на утро как поперло. Как поперло, мы даже не успевали монеты вытаскивать. Устали копать монеты. Так что смотрим, будет очень интересно во второй части. Сереге камеру дам, надеюсь, чем-нибудь интересное отснимет. Ну все, батарейки заряжены, лопаты воткнуты. Все, начинаем. Все готово. Да. Рустик там поляну кроет, сейчас смотрите. За блин. Приезд. За деду, приезд. Деду надо. Честь, да, деду обязательно по традиции. Пару капель обязательно капнуть надо. Вот еще один шурфолог. Это, кстати, это Дмитрий приехал со своей лопатой для шурфа, ребята. Это Дмитрий. Это самая счастливая лопата. Чтобы понимать. Я не знаю. Чуть больше локтя, ребят. Как вот шурфить такой лопатой, не понимаю. Нормально, нормально. Парень приехал как бы шурфить первый раз. Щуп увидел, что это такое, что у вас за агрегат. Ну, это мои инновации, ребята. То есть в кладоискательстве щуп это как бы новинка, диковинка. Но он уже себя зарекомендовал. Все мои шурфы зачетные. Угадываю практически всегда, где есть находки. Но ладно, вступление есть. Меня видите, значит, у нас находки обязательно будут. Так что смотрим, будет интересно и весело. Ай. Итак, ребята, ну, как говорится, опыт не пропьешь. Я чемпион. Так, надо вот так выключить. В общем, так. Где свет-то, ешкин кот? Где я-то? В камере меня не видно вообще. Ёпты. Во, глаз появился. Во, я. Ну что, ребята, опыт не пропьешь. Чемпион комаров. Жесть сколько. Мне пришлось вот такую вот у Рустика одежку взять. В общем, у меня первый сигнал, царский сигнал. У Сереги топорик был обломанный, а у меня монета. Монета, ребята, вот она. Крупная. Крупная монетка. Вот она, красавица. Сейчас вместе с вами будем рассматривать. Сохран, огонь. Вообще огонь, сохран. Николай, 1896 год. Вот такая рельеф. Смотрите, какой высокий. Пацаны, наверное, думают, блин, подкинул, блин. Говно, не рельеф. Вот только посмотри, Серый, какой рельеф. Рельеф, Серый, просто сногсшибательный, смотри. Смотри, смотри, какая. Трешки не видел, что ли? Ну, ты говоришь, говно, рельеф, смотри, какой рельеф. Вообще ништяк. 96-й, это Николай Первый, года, да? Нет, это Николай Второй. Николай Второй. Какой? 96. Там, по-моему, 94-й Александр, 94. Да? Вот такая красоточка. Уху-ху. Здесь, да, вот такой-то объем ямы. Лопата, наверное, на 3 штыка уже. Но засыпка туда дальше идет. Так что вот в таких вот погодных условиях у меня первая находка. Под закат. Красиво. Закат.
Все копают, Серега, Рустик. А Дмитрия уже и не видно, и не слышно. Где у нас Диман? Диман! Диман! Ёпт. Там, на горе. Слышно, да? Ясно, ладно, хорошо. А то у нас Диман первый раз здесь. Он немножко это в дороге пригубил. Где-нибудь упадет и дикий зверь с ним ляжет спать. Ладно, пойдем дальше. Кстати, вот здесь вот лежанка дикая была. И вот здесь вот дикая лежанка была. Так что здесь дикий зверь любит поспать. Ладно, за монетку глоточек пива могу себе позволить. Класс. Ставим пальчик за трудостарание. Итак, ребят, Сергей смещается в нашу сторону с Рустиком. И у него сигнальчик. Рустик проверил, Серега проверил, говорят, монетный. Но уже глубоко этот монетный сигнал может быть и не монета. Хочу заснять в прямом эфире, как копаются ночные шурфы. Засыпка, в принципе, вот на два штыка. На два штыка только идет кирпич и камень. Все, да? Серый. Угу. Терка и фишер. Нет, ребята, нет. Нет сигнала. Ладно. Включусь, когда будет что-то. Итак, ребята, ну что, решил вам заснять шмурдяк. Ну и шмурдяк довольно-таки интересный. Это у нас вот подставка. Подставка для утюга. Я, если честно, просто так вот догадался, что это подставка для утюга. Ни раз мне не попадалось. Но зачетно. Нечастая вещица, которую находишь. Зачет, 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 класс. Так, у нас один комрад, все, спать пошел, сдался Дмитрий, остался Серега, Серега еще живой, и Рустик более-менее ходит, так что все у нас впереди. Итак, ребята, ну что, верховая находка, терочка, Серега поднял вот монеточку. Монетка очень приятна тем, что это Павел. Павел первый. Вот такая зачетная. Не ожидали, честно говоря, не ожидали, что здесь можно найти Павлика. Верхового, ребят, не на шурфе. И вот куча вот всякого такого. Что ты говоришь вот по поводу этой гильзы серой? Ну, просто это Арисака. Арисака? 6 с чем-то миллиметров. Да. Это вот Мосинки. Видишь, большие. Ага, да, они, посмотрите, а по размеру Арисак. Прям по размеру прям отличаются. Арисака, а это Моси. Мосинки. Классно. Ну, сопутка есть, находки есть. Это мы ходим, ребята, верховые собираем. Так что верховые еще на этой деревне есть. И планируем вот на этой вот местности, возможно, остановиться, может быть, даже и зашурфить. Ну ладно, ладно, посмотрим. Итак, ребята, он шурф кем-то шурфленый. Вот, видите, ямка. Но полностью нет. И верховые, смотрите, сначала вот в этой ямке, которую я присыпал, видите, вот присыпанная ямочка, нашел один кусок. Один кусок шприца. И здесь же где-то я бросил второй кусок. Второй кусочек тоже шприца. Вот он, смотрите. Вот он, комплект стеклянного шприца. Древненький. Сигналил звонко. Ладно, вот такие вот. Так, здесь что? И кирпич, камень, кругом все это присутствует. Может быть, на ночь здесь и останемся. Кругом темнота. Фонарь повесил на шею. Светит вообще классно. Раз режим.
Два режима. Смотрите, как хорошо светит. Ох. Вообще зачетно. Рустик там Дмитрия укладывает. Больно долго уж укладывает. Ну ладно, будем продолжать искать. А, это еще вот, это третий режим. Три режима дальности. Зачетно. Ну что, Серый, зашурфимся, что ли? Ага. Ага, ага. Все бы хорошо, ребят. Но надвигается какое-то темное облако. И молнии. Мы находимся в полях. Если дождь начнется, то отсюда мы уже не выберемся. Я остался совсем один со своим фонарем. И вот движется грозовой фронт. Да уж. Все нормальные люди уже спят давно, блин. А мы пытаемся что-то создать. Создать какой-то контент. Красиво. Красиво сверкает. Когда сверкает молния, ведется отсчет после молнии, вспышки, по секунде. Сколько секунд вы насчитали, и это означает километраж. 20 секунд, это означает, что 20 километров. 10 секунд, 10 километров, где-то уже идет дождь. Так что имейте в виду, вам на заметку. Ладно, продолжаем копать. Пытаюсь разработать старый кем-то шов. Думаю, что-то будет из этого. Итак, ребята, доброе утро. Вы, наверное, уже проснулись, а я еще не ложился. Пацаны лежат, к сожалению, они снова не выдержали ночного копа. Да и в принципе ночной коп у нас состоялся как-то неладно. По видеосюжету вы, наверное, уже видите, да? То, что у нас уже рассвет, а всего несколько было видеосюжетов. Ну и снимать было нечего. Рустик несколько пятаков поднял советских. Вот, я тоже пятачок поднял 52-го года, тоже не снимал. В общем, пока пацаны спали, я проверил 4 фундамента. К сожалению, они все были взорваны. Но взорваны как-то, знаете, то там, то сям. Ну и я решил немножко продолжить, попробовать. Сопутки не было интересной. Ну и находок то же самое. В общем, получилось неладно, нескладно. Показывать пока нечего. Сейчас пацаны проснутся. Мы позавтракаем и, наверное, все-таки по верхам походим. Вот, я, наверное, спать ложиться не буду. Все равно уже солнышко уже встает. Вот, и ночью несколько было жутких случаев. Страшновато было. Тем более у нас гроза здесь была, но прошла мимо, слава богу.
В общем, как-то вот так вот. Реальный коп, ребят. Ничего такого. Кладов нету. Крупного серебра, золота тоже нету. Так что вот такой вот настоящий коп. Ну а за ночь, ребят, у меня вот такое количество полезных сигналов. Вот он пятачок 52-го года. Зашлепанный. Сохран, наверное, будет плохой. Затем от самовара. Потом какая-то круглая. Была похожа очень сильно на монету. И сигналила очень здорово. Вот такая вот еще пряжечка. Конинка маленькая. Ну и шурфа. В первые же минуты земляной дед задобрил. Прям здорово. Кинул вот такой вот трешечку 1896 года. Сохранчик достаточно бодрый. Ну вот так вот. Вот так вот. Пацаны проснутся. Покажу, что они накопали. Рустик пятачков надергал советских. Ладно. Пойду я, наверное, завтракать. Да и пацанов надо будет. Ну что, ребят. Именно солнышко встает, желтенькое-желтенькое. И вот из этой ямки... А, монетка. Вот она, красавица. Желтенькая-желтенькая. Это сегодня первая двушка. Ранее, 28-й год. Блин, чуть-чуть бы. Был бы на годик позже. 27-го года. Было бы зачетно. А так, 28-й год. Ладно, хорошо. Не глубоко. На штыке лопаты. Идем дальше. Кстати, я вот иду. В темноте копали пацаны. Это уже третья бутылка. Стоит. Это половина. Там дальше... Еще две стоят, больше половины, кругом бутылки начатые. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, наконец-то, наверное, красотка выпала. Да, это монета. Да это еще царская. Это царская копеечка. 1910 год. Вот такая вот красотка. Зачет. Не глубоко, прямо на поверхности. Так что, ладно. Идем дальше. Итак, ребята, там вон один персонаж проснулся. Чё-то он шатается. Это Диман, который самый первый спать ушел. Он проснулся. В общем, к чему я? Ребят, был сигнал. Не очень такой медный. И он был вот в таком дерне. И я как бы уже плюнул на этот сигнал тем, что думал алюминий. Потому что как бы вот в такой вот хреновине. И пополам его как трахнул. И ладно, хоть трахнул. Потому что сразу же выпала монета. Ёшкин кот, монета. И где у нас монета? 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 Их и так мало. А я еще умудрился ее потерять. Ёшкин кот. А. Да ладно. А, вот она. Вот она монетка, ребята. Вот она. Вот она. Намотана. 20 копеек рамочник. Прям в дерне, ребята. 41-й год. Вот такая вот монеточка. 41-го. Начало Великой Отечественной. Зачет! Есть верховые, есть! На этой деревне.
шурфы-то все взорваны, а верховые еще встречаются. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, смотрите, какой вам сюжетик приготовил. Дайте-ка я лягу удобно, а то у меня нога болит. Смотрите, какой сюжетик. Та-дам! Ай, красавица! Это у нас 5 копеек. Ах, 54-й год. Бодренький, бодренький. Пойдет. Класс, 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 класс. Я скоро Русичка по пятакам догоню. Кстати, ребят, хочу новичкам кое-что сказать. Деревня бита до безобразия. Все шурфы взорваны. Я даже не шурфлю, ребят, на них. Вот. И у меня все равно находки. Во-первых, не просто так здесь вот коровки все съели. Но я не хожу там вон, по той стороне. А хожу именно здесь, перед фундаментами, перед. Здесь вот, как проходит улица. Вот. Хожу перед фундаментами и по бокам. Ну, иногда сзади. Туда дальше я не углубляюсь. Там будут огороды, ничего интересного. Все находки, когда выходят из дома, здесь вот потеряшки. Все находится вокруг фундамента и перед фундаментом. Так что вот здесь вот у меня находки и выпадают. Так что имейте в виду, с какой стороны дымовой ямы ходить, искать. Я вам жизнь прощаю. Хорошо, солнышко кверху поднимается. Мухи больше не кусают. Ночью комары кусали. Утром мухи. Да, и ямки, ребят, закапывайте за собой. Вот. Потому что я здесь встречал ямки давнишние, незакопанные. Но все же большая часть ямок присыпана. Это радует. Все, продолжаем. Ходим, бродим. Вот в этих местах, вон видите, да? Такие вот луга, леса. Здесь, возможно, когда-то были кочевники. Наконечники стрел. Все прочее находится по ту сторону речки, в лесах. Потому что леса, холмы — это места как раз кочевников нашей местности. Ладно. Так. Димон, походу, сделал свое дело и снова спать лег. Кстати, он бутылку ту одну еще забрал с собой в машину. Вот он вчера, блин, нахрюкался. Все, идем дальше. Вот именно вот так вот. Потому что вот фундамент, дальше фундамент, все рядышком. Итак, ребята, по этой же прямой иду. И следующий сигнал, который я копнул, вот она, круглая. Эх, зря снимаю, конечно. Это у нас обычная конина. Следующий сигнал, сразу же. Вот такой отпечаточек остался. Ой. Не глубоко. Все наверху. Аська, катушка Nail Sharp, цепляет очень хорошо. Ладно, продолжаем свой путь. Итак, ребята, Серега проснулся. Вместе со мной копает. Доброе утро, Серый. Ну, а у меня сигнал. Сигнал достаточно приятный. Это не монета, ребята, но это серебро. Вот такая вот сережечка. Сейчас где-то я видел пробу. Вот, смотрите. Тут какая-то проба. Сейчас вместе с вами будем разглядывать. Вы что-нибудь видите? Ай, расплывается. Я глазами не увижу. Только при помощи камеры. Вместе с вами. Так. Приближаю. Расплывается. Ну, это какие-то буквы там.
или что-то в этом роде. G39, что ли, что-то такое. Ну ладно. Целая, целая. Ох, она даже, смотрите. Да, и на этом, на ушке тоже проба. Видите, да? На ушке тоже проба имеется. Вот она. Классно, классно. Зацеп прям все работает. Хоть сейчас в ухо и носи. Ладно, пойдет, пойдет. Там вот коровки идут. И они пойдут, наверное, через нас, Ёшкин кот. Ладно. Будем искать вторую. Комплект. Итак, ребят, наткнулся я на сигнальчик. Я уже устал копать этот клад.